Ребята, всем привет! Всем привет! Всем привет! Как всегда, рады вас видеть на нашем канале, Аня и Рома. Так, решили сегодня сходить в этот торговый центр. Называется вот он Премьер Плаза. Пройтись, сделать маленький обзор. Ну что же, начинаем. Вот такой вход интересный, ребята. Таня с Вероникой прошли вперед. Подожди, мам, мы покажем. Вот видите, вместе написано вместе год. Это так, только она, походу, она только год работает, да? Ну да, торговый центр, видимо, только новый, ребят. Ты прав, скользкий пол. Говорится, скользкий пол. Скользкий пол. Ну, пошли посмотрим. Мы здесь да. Мы здесь, ребята, первый раз. Поэтому... Вот первый... О, что у нас вот? Ювелирный магазин. Да, давай покажем тут, какой он себе. Можете заходить покупать золото для миллионеров. Вот Летуаль. Где косметика, духи. Нет, это, мам, для вас. Вот, ребята, они мне заставили в Летуаль зайти. Мам, зачем мы сюда зашли? Это мечта, папа, это женские принадлежности. Да? Ты не поймешь это. Мне для лица по скидке идет. Это 565 рублей. Ребята, мне для лица 565 рублей. За 565 рублей, мам, за 565 рублей я возьму мыло и буду это то же самое, твой гель для лица. Нет, папа, ты не понимаешь, что это за штучки женские. Штучки женские. Мам, идем отсюда, это не мой магазин. Мам, иди сюда, послушай. Нет, ребята, это не мое. Вот, ребята, магазин одежды. Наверное, какой-то бутик дорогой. Вот такие модные наряды, да? Всякие туфли. И пропущенные, да, сворованные. Какие комплекты интересные. Такие топики интересные. Смотри. Сколько твои топики? Этот такой мотики. Топик стоит. А здесь что-то ценника нету. Где? Ценники есть, надо искать. Мамечка. Нет, видишь? А, 800 рублей. Мам, вот. Дайте кое-что покажу. Такой мам. Он будет на... Да. Вот это целлюлятка. Интересный, да, вот короткий идет. Мам, за 800 рублей за кусок тряпки я бы не дал. Мой размер XS, есть черный. Ребята, кто меня поддерживает? 800 рублей отдать за кусок тряпки. Ты не понимаешь. Смотри, юбки какие модные. Вот такой интересный. Ну, это какой-то шарф. Купальник. Я очень люблю красиво. Прям такая красота. А ну, покажись, Вероник. Красиво. Мой отдел нашими, мой отдел. А ну, повесь. Ты что сделаешь? Вероника. У Вероники. Все, сейчас тебя ругать будет. Положи его, я не сам сейчас его одену. Нет, я уже вот так повешу. Ничего не знаю. А ты ничего не знаешь, да? Да. Такая хитрая у меня. Это же мой папа скинул. Ты? Кто? Папа. Во, как новенькая. Это же мой папа скинул и поднял. Ты давай не на папу, не это. Ну все, идемте. Вероника, аккуратненько. Слава богу, мы идем отсюда. Нет, так-то торговый центр очень красивый. Вот мы поднимаемся сейчас на второй этаж. Вероника, где? Мой вид кроссовок, смотри. Да, ребят, кто хочет покупать кроссовки, вот кроссовки. Магазин называется Urban City. А как ты знаешь, что это Другая. Не, я вижу. Так, вот у нас второй этаж. Мам, так здесь только одна одежда, больше толкового ничего здесь нет. Туда надо идти. Все джинсы, да, только. Я уже знаю, куда идти. Мам, это получается магазин не... Какой-то обувь.
центр не развлекательный, а центр этот. Женской одежды только. Одежда, больше ничего нет. А, это там о, мам, там есть развлечение. Что-то идем, мам, туда. Я что-то вижу. Что там такое? А, здесь более такое спортивное, мам. И еще для мальчиков. Еще для мальчиков. Ну, здесь футболки. Красиво, мам, красиво. Идем, мам, на третий этаж. Пошли. Блин, мы что-то думали, здесь будут всякие развлекательные, а здесь только одна одежда. Так здесь мы на смотреть на полоточку. А? Короче, кто хочет одеваться в стиле хиппи, магазин называется Board Boy. Board Boy. А вот здесь что-то... Смотри, какое детство интересно. Ага, да. Опять, Аня, твои кастрюли. Я кастрюли, мне не нужны эти кастрюли. Это что это такое? Цена 3200 сандалии. Сколько? Ну, а вот красивые, да? Вот это 2600, смотри, красивые, да? Я эти 3000 еле-еле забрала. Ну, я тебе такие купил сандалики. Так, тет Стаж, я шутить. А давай кроксы. Кроксы интересные. Нет! Кроксы детские, да? Тоже интересные. Разные модели. Да. Ну, недорого, да, если взять 2600. 3000, конечно, дорого. Нет, для сандалии это недорого. Сейчас за 1000 рублей, раз еще в смешных ценах купишь. Вот здесь, ребята, есть детский мир. Здесь тоже он детский. Это для детей. А теперь идемте в мой рай. Ребята, сейчас мы идем в мой рай. В твой рай? Сзади вас. Ань, пошли. Посмотрите, пошли. Мой рай. Ну, пошли. Вот, ваш детский мир. Пошли, идем покажешь, что такое детский мир. Ребята, детский мир есть, еще раз напоминаю. Пошли сюда, Ирина. Так, а ты еще с игрушкой? Нет. Но мне лялечка здесь тоже нравится, как и тебе. А ты какие зайчики? Какой зайчик? Куда ты идешь? Короче, детский мир здесь очень большой. Вот такой он все выглядит. Очень большой. Короче, поднимаемся мы на 4-й этаж. Первый, второй и третий этаж, ребята, только одни магазины одежды и все. О, здесь уже Бургер Кинг. Только Бургер Кинг. А? Магазина растений здесь нету, да? Да, магазина растений для нету. Аня уже ищет магазин растений. Здесь есть Бургер Кинг. Мам, еще 5-й этаж есть. А там что нужно? А там развлечения детские. Здесь магазин вот разных шариков. А, 4-й этаж, получается, мам, полностью питание. Вот KFC, Star Dog, ребята. KFC, Star Dog. Вот. В общем, 4-й этаж, чисто перекусить, посидеть. И поднимаемся на 5-й этаж, где будет интересно и мне, и Веронике, и Ане. Там какие-то джунгли. Мы с Лялечкой джунгли любим. Касса, призотика, касса. Здесь какая-то экзотика, да. Призотика. А? Эти игры сходят, пожалуйста. А, здесь уже развлекательные детские. Сейчас мы посмотрим, что там. Машинка, что там? А, здесь детский игровой зал уже, видите? А, такой, как мы на море играли. Вот да, это на 5-м этаже. Кому интересно. В общем, комната для детей, да, детская комната. Вот как она снутри выглядит. Ну, в общем, торговый центр еще новый. Еще много что здесь не открыто. Да, вот такой детский зал, кому интересно. Да, ну какой-то такой, как для маленьких.
детский, да? Да. Он прыгать, он даже... лазить, как для малышей. Теперь, мне кажется, ну, да. Ну, возраст уже хочется. Да, уже. Уже не такое хочется. Ну, повыше, да. Побольше, да, но это как для маленьких. Ну, здесь еще все, еще много чего закрыто. Еще только, ну, видишь, ему только год этому торговому центру. Да. Ребята зашли посмотреть Анин любимый магазин. Какая классная, да? Аня подарки. Смотрит клеенку. Ань, ты... показать, мама, я тебе кое-что показать. Нет, нет, нет. Идем, смотрим сковородки всякие. И конфетки, а внутри жидко сладкое, он так макает, как и есть жидкость. Что это такое? Я знаю, я знаю. А что это такое? Форма для охлаждения. Форма для охлаждения напитков. Давайте возьмем. Это как понимаете, как это ложишь? Так воду заливаешь, так кусаешь или что там делаешь? Нет, а как ерунда. Залить воду? Не знаю. Это только там уже есть. Да. Надо у тети. Это только вот давай, что там есть. Вероника, это какая-то... Вот, ребята, такой магазин. Это не игрушка, а еда. Опять попали в женский магазин. Где сковородки всякие. Короче, фигня, не то, что я люблю смотреть. Идем, Вероничка, идем сюда. Вероник, пойдем сюда. Ма, это не мой магазин, опять. А вот смотри, вот кексики выпекать, форма тебе. Берешь такую форму и выпекаешь кексы, она такая многоразовая. Вот хорошая вещь для курицы, для мяса готовить. Здесь кастрюльки. Очень дорогие, конечно. Ты что, 3,5 там? 3,5 тысячи за кастрюлю. Я возьму в фикс прайсе за 300 рублей твою кастрюлю. Есть подешевле, есть. Но они, я скажу, не очень хорошие. У нас такая мы примерно купили, и они так пристают. Но цены очень дорогие. Что-то мне не очень в качестве нравится. У нас дома маленькая, небольшая. Сковородки. А кувшинки для кофе. Сковородки, кофе, кувшины. Чайники. Вот термосы. Вот термосы, да. Детские, вон, сейчас. Вот, ребята, цены космические, я вам скажу так сразу. Вероника. Я лучше пойду в фикс прайс, либо на рынок, я куплю в 55 раз дешевле. То здесь цены, короче, нужно брать сразу 200 тысяч, и тогда можно идти сюда на закупки. Где они пошли? А потому что папа или папа, ты же уже духов сломай себе. Смотри на чай, какие штучки. Да, раскоп, да? Ну, если маленький, давай не бей. Всякие колокольчики продают. А ну, дайте хоть деленькну. О, даже деленькает. Такая штучка, посмотри, в середине он складывает. Шкатулка для ювелирки. Картины, мартины. Ой, боже. Я, ребята, чтоб знал, что здесь только этот Plaza Prime, как он называется, полуженский магазин, я бы ни в коем случае сюда бы не согласился идти. Значит, они очень не вкусы, как-то не очень. Есть он поменьше. Так мята очень вкусно пахнет. Мята. Еще какой-то цветочный аромат. Вот это очень вкусно пахнет. Белый цветок. В общем, ребята, слава богу, я вышел с этого торгового центра. Парням вообще. Там 15 минут. Парням я вообще туда не советую заходить. Смотри, какие лавочки. Я-то думал, там будет всякое и женское, мужское, там, ну. Так будет. Есть там женское, мужское, детское. Мы туда зашли, ребята. Там кроме одежды, ихних, как это, помады, косметики, и кастрюли, и сковородки, там больше ничего нет. Правильно, то, что надо для жизни. Там реально больше тебе ничего нет. Тебе кухня, тебе одежда. Не надо мне твоя кухня. И гигиена личная. Все. Не надо мне твоя кухня. И развлекательные. И даже еда есть. Да, и даже какой-то фастфуд там. Поэтому, парни, если ваша жена вас поведет в торговый центр Prime Plaza,
пускай она идет одна. Лучше пускай идет одна. Вы скажите так, вам голова болит, заболели, еще что-то, короче, придумайте сказки. А то с мужьями не можно... Боже упаси туда заходить, парням. Драник, потому что с ними очень там скучно. Драник. Вот такой, ребята, у нас прошел поверхностный обзор торгового центра Prime Plaza. Кому понравилось видео, поставьте лайк. Кому не понравилось, дизлайк. Но лично мне торговый центр не очень. Лучше, я считаю, мы пойдем в Ашан, большой торговый центр. И там будет поинтереснее много чего снять. Вот это была та свечка вот этого цветка, который вот на кустах на улице растет. Очень вкусный аромат прям был. И прям вот цветок сам очень вкусно пахнет. Прям такой аромат один из всех, что хоть пахнет свечка. Поэтому, думаю, на сегодня все, Аня. Да? Ну да, всем пока. Всем пока, до новых встреч. Обязательно комментарий. Не забудьте и лайк, и подписаться, кто еще не подписан. Всем пока-пока.